Друзья мои, вот сайт «Патриоты России», на котором размещен вот этот самый материал депутата-патриота Семигина. Он теперь кричит, что сайт взломали. Ёперный театр, этот материал был размещен 29 сентября. Он провисел несколько дней. Более того, сейчас смотрим. 10 часов 33 минуты 2 октября. Этот материал до сих пор висит. Вот эта фраза. Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат вооруженных сил Российской Федерации на поле боя. Патриоты России, 29 сентября. Сегодня 2 октября. Второе, Семигин, кого вы лечите?